Синица новая, дорога еще вот есть такая, но есть дорога и получше. Но мы поехали по такой, и вот вдалеке наша гостиница. Это самое высокое здание на данный момент в Пуэрто-Пенаско. Гостиница состоит из трех зданий. Одно здание, где мы будем останавливаться, вот оно в середине, его год назад сдали, которое слева недавно сдали, и вот еще одно строится. 24 этажа у нас. Мы будем на 11-м. Стройка вот еще идет. Ну, это дорога, или не знаю, что они здесь делают. В общем, что-то делают. И здесь вот люди работают. Надеюсь, все, что они сделали, все компенсируют за то, что мы видим стройку по дороге. Кажется, мы куда-то не туда заехали, но у нас машина позволяет ехать много где. Вы сейчас какие-то лица, как по-русски разговариваете. Вот так вот. Yeah, we're going. Сказали, едем прямо, и потом надо будет left. Но это, кажется, будет right, да? Ну ничего, мы тоже путаемся иногда. Видно, что это Google Maps только... Здесь два ресторана, насколько я знаю. Вот такой вот въезд, security. Кто-нибудь нас встретит, нет? Hello. Good. We have reservation. Николай Айзот. IDOTOV. Может, ему комната надо была? IZOTOV, Николай.